ты сказал? Типа, спасибо большое. Вот они, да. Они мне уже их навязывали. Смотрите, детям. Я говорю, зачем вы накупили столько сладостей для детей? Little present for your children. Вот. Видите? Печенки такие. Печенки эдакие. Печенки эдакие. Мама, я вот хотела, у меня две свадьбы. И печенки эдакие. О, видали? Сколько? Я говорю, так мы это тоже можем купить? Зачем вы это покупаете? Просто хотели сделать present for your children. Короче, для наших детей. Но главный мой ребенок, который больше всех любит эти печенки, это Алексей Николаевич. Прошу любить и жаловать. Вон, видны его ноги. Ай-яй-яй, я тоже люблю печенки. А тебе нельзя столько. В общем, вот, целые пакетищи, килограмма два, короче. Вот. Так, ладно, камера пришла, буду работать. Всем спасибо за внимание. Я работать буду. У нас здесь вот новые деревья посадили, 5 вот штучек в рядок. Я думал, что хотят парковку до дороги даже расширить. А оказывается, деревья посадили. Копали экскаватором. Я еще поэтому так подумал, что приехал экскаватор, стал копать. Что мы последние дни на море забываем телефон взять, а сегодня вот специально даже Олег сбегал за ним, сходил, молодец. Ага. Мы уже вышли на улицу и вспомнили, что опять забыли его. Последние дни такая прям волна, тихая-тихая, вода прозрачная. В воде рыбкам руки даешь, они прям подплывают, ничего не боятся. Все классно в последние дни. Народу немного, в принципе, в море. У нас здесь особо и не заваленный пляж, тут людьми. И в сезон, так сказать, такого не было, всем мощного наплыва. Единственное, сейчас на нашем пляже собрали эти грибки и зонтики. И отвезли уже в наш этот, там, помещение специальное. Вот. Но зато соседские эти стоят грибки и шезлонги. Все пользуются с разных комплексов, присаживаются. А мы вообще, считай, не сидим. Мы приходим, вещи кладем и заходим в море. Поэтому все пользуются, никто вот не возмущается. Тут вот, как говорится. Ну, мы, я говорю, вообще по вечерам на пляжах вообще никаких ограничений никогда не было. Молодежь приходит, сидит. Вот сейчас там последние деньки приходим. Бутылочки из-под винца лежат, из-под пива бутылки часто на пляже остаёт, оставляет молодежь после посиделок. За собой не очень убирают. Ну, мы сейчас на пляж идем, нам особо на пляжу мы мало времени проводим. Мы приходим, разоблачаемся и в море. Михаил, он больше всех хочет купаться. Михаил, жди нас дорогу переходить. Машины там гоняются иногда. Сегодня опять такая же волна, вернее, такое же отсутствие волны, как вчера, позавчера. И вообще последние, наверное, дня 4. Такая вот очень спокойное море. Единственное, сегодня какой-то ветерок дует. Дует ветерок, вот. На волну он не влияет, а вот на меня, настоящего на берегу, немного влияет. А вода вот такая вот прозрачная сейчас. Дети маски взяли с собой, сейчас будут в масках окунуться. Опять с рыбками можно поиграть. Здесь такие неяркие рыбки, какие-то серенькие, но все равно интересно поглядеть на рыбок, да, дети? Давайте, ныряйте, заходите. Миша первый. Какой-то мусор пригнала. Периодически прибивает мусор, какие-то ветки, всякую фигню. Мусор, Миш, там, да? Тогда пойдем туда вот.
такая вот волнушечка тихая, спокойная. Миша вон уже ныряет из-за пищи. Классная. Видите, вот волна так плеснет и прям тихо. Обалденное море. Вон кто-то плывет вдалеке. Туда заплываешь, что? Вода прозрачная, прям классно. Если в маске голову опускаешь, видно хорошо дно. Пойду я тоже брошу камеру на лавочку и окунусь. Пляжик пустоват, конечно. Но, с другой стороны, мы не за пляжиком пришли, не за народом, а искупаться в море. Тут ребята на этих, на байдарке это или как назвать, не знаю, катаются. Вот там две девушки поехали, а этот два парня догоняют их. Они сейчас приплыли уже оттуда, парень с девушкой плавали, а сейчас вот они на двух рванули теперь. Не знаю, я знаю, что многим захочется так поплавать, но не мне. Я что-то меня укачивает в таких лодках. А еще на горизонте полно этих каких-то кораблей ходит вот здесь. Рыбацкие они, скорее всего, или что там за кораблики, непонятно. Что-то под конец дня так волнушки вроде как посильнее стали плескать, но не намного, чем до этого было. Мы уже накупались, это время 5:30 примерно. Пойдем сейчас в сторону дома. Сейчас солнце садится раньше. Раньше оно оказывается за комплексами, стоящими на берегу. Поэтому прохладно убегать из моря. Сейчас скажу. Вот, сегодня нам так повезло, поймали голыми руками две рыбы. Вот такого вот размера. Как порода называется, бог хоть знает. Вот такие вот две рыбищи у нас тут огромные. Вот. Куда деть пока не знаем, но вот есть вот такой улов. Я предложил привязать к крючку и попробовать рыбу половить с помощью вот этих рыбок. Так что сейчас пойдем удочку возьмем и поэкспериментируем. Или сегодня, или может завтра. Там какие-то мама задачи на сегодня хотела понаводовать. Так что пойдем домой. Сейчас уже, да, Миша? Вытирай лицо полотенчиком и пойдем. А с этих рыб... Уже базар вовсю. Базар, вокзал, огурчики, помидорчики, инжирка. Инжир на кадар. İncir 10 lirada şu kaldı sadece ya. Onu 5 liraya veririm. Aha. 6 lira. İncir po desyatki вроде как есть. Но есть и 15. Где кошки? Сейчас будут. Идем потихонечку в сторону дома. Когда нужны кошки, их нет. Когда нужны, их куча в горах. Куча в горах, хорошо, сказал, да. Ой, накупались. Горучего рога. Уже дело к вечерку сейчас идет. На улице не жарко, да? Комфортная такая погода. Угу. Но при этом градусов, наверное, под 28, да, 27. Вот так? 27, наверное. 25. Смотри, кто идет навстречу. Кто? Слева, видишь, он там? Сейчас мы одну рыбеху точно скормим этому лохматому созданию. Угу. Ты не маши, ты выбиваешь мне из рук. Нет. Сейчас мы кису покормим. Тут ее сейчас не покормим. Нет, она погладить его хочет. Что, обе дадим рыбки или одну? Давай одну маленькую. На, держи. Бери маленькую, иди давай.
Иди давай, кис. Пойди. Рыба. Мяу. Ты не голодный совсем, что ли? Эх ты. Кошка бестолковка. Он ее лижет. Забирай, давай другой кошке дадим. Это какая-то заевшаяся. Она языком лижет ее, она не грызет ее. Забирай, пойдем другой рыб кошке дадим. Такой модный аппетит у меня, все синенькое. Я приехал за Ольгой, друзья. Ну что, друзья, мы у друзей наших турецких снимаем для вас рецепт. Со своим оборудованием пришли. Вот. А пока Алексей меня подменял, снимал тут за меня рецепт, я побежала домой, приготовила осетинских пирогов. Вот так это выглядит. Вот, будем сейчас кушать осетинские пирожочки. Чай пить. Фух. Окей. Все, уже темно у нас на улице. Слушай, так рано темнеть стало, да? В 7 часов уже темно. Сейчас 8. Я понимаю, но в 7, вот пока я готовила, уже было темно. Ну, наверное. Давай есть. Вот и 8 пришло. Полный? В общем, сидим с другом, теперь полный? Выбираем нам всякие. Полный? Да, хватит. Всякие нужные вещи. Алексей мне раздобыл бардак. Налил воды. And only him sandwich. Присаживайся. Смотрите, какая у нас луна. А что-то этот... Как-то не очень чисто-то помыты эти. Скажи. Кстати, как его нога, надо спросить, да? Он до вчера вдруг нашмыл эти балконные вот эти стекла, и что-то с ногой случилось у него. Ходил, рентген снимал. О-о-о! Ну нифига себе, сказал я себе. Как вам турецкие манты? Наша подруга говорит, на одну ложку должно помещаться не менее 50 штучек. Мяса ж тут мало. Это потом... Чорбасы сказали это. А, чорбасы? Кольцевой суп. Язык. Ринг. Ринг суп. Суп. Ринг суп. 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 Что такое у меня под ногами? Ня-ня, бутай. Ножка. Она думала, что я думала лягушка. Никаша или адет саджак. Саджак. Да, в ложке будет насчитано 50 штук. Бубиле бюк. Даже это большие. Даже это большие. Ичинде. Кыма, суан, карабибер. Чок азычик салча. Çok azıcık, çok azıcık salça. Az. Çok azıcık. Очень мало salça. Ага. Это самое, как его. Но они же маленькие, там... küçük kıyma. Little. Azıcık. 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 Alo. Да. Butterball. Это tomatoes later? After Adana? No, sorry. Where's life? Что-то на этот... Potato?
Это же не этот, я на Family Channel. Family Channel? А этот... Ладно, тут рецепт, который в России же? Нет. Нет. Что я для русского думала? Что я кайна тупим? Подруга поставила воду, она начистила фасоль фиолетовую, вот такое количество. Теперь ее надо ошпарить, потом высушить, вода здесь для того, чтобы ее ошпарить. Качда кака? Önce kaynayacak. Kaynadıktan sonra 3 dakika içinde kalacak. 3 dakika. Ага, ага. 3 минуты будет варить в воде, потом высушит и в морозилку. В Noel Baba. Yes, Noel Baba. After dry. After dry. Bu domates bugün? Yes. I help you. I will help you. This... Küp küp. Küp küp. Küp küp. Aha, aha. Konserve. I don't know video need or no. You know. Лёшк, yes. А тут ещё консервация намечается. No, she's love. She's love. Да нет, свет хороший, смотри. Картина красивая. А что ты с этим котиком не хочешь? Ну да, а с тем что-то не хочешь? Ну да, почём? С каким тем? С тем. Да мне без разницы. Что, у нас закипела вода. Самое время отправлять в кастрюлю фасоль. Так. Перемешиваем деревянной лопаткой. И засекаем 3 минуты. Накрываем крышкой. 3 минуты. Угу. 3 минуты. На маленьком огне огонь уменьшили. Будем варить 3 минуты. Прошло 3 минуты, отключаем газ, всплывали у нас фасолинки, теперь все это дело мы вылавливаем в дуршлаг. А, он какая интересная штука. Опс. Сливаем в дуршлаг. Угу. И под холодную воду. Даем воде стечь, а потом подруга уже подготовила полотенце на противне. Сейчас будем раскладывать это все тонким слоем и сушить. Вот. Оп. Разравниваем. Угу. И сушим. Вот такая вот заготовочка на зиму. После этого, после того, как все это высохнет дело, мы отправим это все дело в морозильную камеру. И вот. Потом будем готовить вкусные турецкие блюда из этой фасоли. А, вот она. Угу. Замороженная фасоль. Угу. Yes.
Потом как-нибудь later we will make recipe for with this fasule. Okay. 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 Thank you. You're welcome. Это нас закрыли, нам сейчас нужно будет. What is it? А, это так чеснок у нас подруга хранит. Угу, в морозилке. И это чеснок так хранит. Абу onion in pochet? Onion? Near сарымсак what? No. Also сарымсак? Hep сарымсак. Hepsi сарымсак. А, anladım. Domates. Nohut. Инди, турке. А, турке, аннадым. Индейка. Манты мы показывали, ага. Кючук. Кючук. Ага. Манты. Ишли кёфте. Ааа. Ишли кёфте. Yes. Угу. Ишли кёфте. Угу. Outside bulgur, inside meat. Meat. Mm-hmm. Another. Butter. Butter. Cheese. Cheese. Buğday. What is it? Buğday. 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 I don't know speak English. Buğday. Buğday. Translate just a moment. Buğday. Вот так все аккуратненько сложено нашей подруге в морозильной камере. Булдай. Булдай. Сейчас мы скажем вам, что такое булдай. Булдай. А. Пшеница. Mm. А, what do you do with булдай? Пилау. А. Чорба. Soğuk çorba, yoğurtla, nohutla yapılıp soğuk mm-hmm. çorba. Hmm, anladım. Hmm. Mm-hmm. Супы различные готовит у нас подруга с пшеничной. Ага, рисовый суп. Mm-hmm. Пилав чорба. Mm-hmm. Ага, anladım. Doğu bölgesinde ve güneydoğuda yazın çok sıcak olduğu için buğday, yoğurt, nohut, soğuk çorba. Чорба. Холодный суп из пшеничного йогурта и нута в восточных и юго-восточных регионах, так как летом здесь очень жарко. Аннадам. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Кубиклер. Надо было этот. Надо было доску. Туматес? Ага. Başlayalım. Eray. Şarapları unutmayalım. Sevil'deki şarapları. Şarap. Neydeki? Sevil. Görkem'in getirdiği şarapları. Ha, ha. Şimdi bunu... Şaraplar. Şarap.